Мої вітання усім глядачам медичного телепроекту «Лінія здоров'я». Запрошую вас до телевізійного спілкування і з задоволенням представляю експертів сьогоднішньої програми. Марина Віталіївна Єрохіна, дерматовенеролог, трихолог, головний лікар медичного центру ОМЕДА та Вікторія Ярославівна Саган, ендокринний гінеколог. Перш ніж перейдемо до тем розмови, коротке досьє на наших гостей. Єрохіна Марина Віталіївна, головний лікар медичного центру ОМЕДА, дерматовенеролог, трихолог. Дерматолог з великим досвідом роботи. Має першу кваліфікаційну категорію. 21 рік досвіду в сфері дерматовенерології, трихології та косметології. Займається консультуванням, лікуванням хвороб шкіри, волосся, урогенітальних інфекцій. Вважає, що лікар повинен лікувати не лише тіло людини, але й душу – так само тонко і делікатно. Саган Вікторія Ярославівна, гінеколог-ендокринолог. Має 10 років лікарського досвіду, лікар другої категорії. Сферою спеціалізації є гінекологія, поєднана з ендокринологією, акушерство. Здійснює амбулаторні маніпуляції та діагностику в гінекології. Супроводжує жінок на етапі вагітності. Вважає, що здоров'я жінки формує баланс гормонів, правильний стиль життя, догляд за здоров'ям репродуктивної сфери. Вітаю вас, шановні лікарі, у нашій студії. Тема для обговорення надзвичайно цікава і актуальна – ендокринні порушення, стан волосся, наскільки це взаємозалежно. Марина Віталіївна, хто частіше звертається з проблемою випадіння волосся – жінки чи чоловіки? І взагалі, чи можна сказати, що за фактором статі комусь, на жаль, менше щастить в цій проблемі? Я вам хочу сказать, что от проблемы выпадения волос, облысения, поредения волос страдают одинаково как женщины, так и мужчины. Конечно, на прием к врачу-трихологу больше обращаются женщины, потому что женщины более социально зависимы от фактора этого, они страдают больше от того, что имеют выпадение волос, поредение, облысение. Мужчины тоже обращаются, но достаточно реже. То есть отношения можно оценивать как 3:1. Хотя мужчины страдают в одинаковом пропорциональности, как женщины. Ну, скажем так, для нашей категории славянских мужчин больше модно иметь короткие стрижки и не сильно на это обращать внимание. Хотя для некоторых мужчин очень часто бывает очень серьезная проблема социальная, когда вот они имеют определенную степень облысения. Які взагалі фактори, Марина Віталіївна, впливають на стан нашого волосся? Це генетика, спадковість, стиль життя, те, як ми правильно доглядаємо за волоссям. Це, звісно, стосується як чоловіків, так і жінок. Адже естетичний факт того, наскільки доглянута людина, теж має важливе значення в успішності. Состояние волос, волосяных луковиц, зависит в первую очередь, конечно, от наследственной, от генетики. То есть есть предрасположенность к определенным видам облысений. Это очень часто андрогенный вид, то есть это передающийся по наследству определенный фактор, который приводит к облысению по андрогенному типу. Это бывает как у женщин, так и у мужчин. Вот если мы потом дальше будем рассматривать этот фактор андрогенной алопеции, есть наследственная, есть приобретенная форма. Также наследственный фактор влияет на состояние волос в плане тонкий волос, толстый, там, вьющийся, прямой волос. И от генетики никуда не денешься, потому что даже какие бы вы дорогие лосьоны не применяли, дорогостоящие процедуры не делали, если волос тонкий, мы можем только улучшить его состояние, ну, чуть-чуть утолщить. Но никогда мы пациенту не обещаем, что сделав определенный курс каких-то процедур, у него волос станет в 2 раза толще. Нет, не станет. Но он станет более
привлекательный вид, будет волосы иметь, он будет блестящий, он будет быстрее расти. То есть на какие-то определенные моменты мы можем повлиять. Но то, что нам дала природа и перешло от родителей, мы никуда от этого не денемся. Так, природу важко обманути, і все-таки, якщо трапляється так, що в людини є проблема випадіння волосся, і ця проблема конче необхідна в своєму вирішенні, на щастя, технології світові дозволяють сьогодні цієї проблеми позбутися. Так, Марина Віталіївна? Ми сьогодні будемо говорити про ці технології, які є світовими стандартами, про співпрацю з клінікою Стамбулу. Але перш ніж перейдемо, Вікторія Ярославна, ендокринні порушення – це те, що зазвичай десь за межею доступного розуміння для багатьох жінок і чоловіків. Але це неоспоримий факт того, що дійсно це має вплив на стан волосся. Ваша точка зору? Ну, правильно сказати, що взагалі кожна людина повинна бути в гармонії з собою, і ця гармонія в першу чергу повинна бути в гормонах. Тобто і у чоловіків, так і в жінок є в організмі як чоловічі, так і жіночі гормони. Випадіння волосся залежить від їхнього стану. Якщо у жінок починають підвищуватися рівні андрогенів, це гіперандрогенія. Волосся починає випадати, характерним є те, що воно випадає на голові, підвищується ріст волосся на тілі, в нехарактерних для жінках зонах – це носогубний трикутник, це біла лінія живота, це ноги, області бедер. І випадає волосся на голові, можна так сказати, такими прям очішками, облисіння такі видимі. Також є гіпоестрогенні стани. Це коли рівень естрогенів в організмі жінки по тих чи інших причинах знижується. Це впливає не тільки на стан волосся, а також на саму шкіру, на її тонус, на її еластичність. Жінка починає це відчутно, як сказати, бачити на собі і тоді вже повинна, звичайно, звертатися до лікаря. Також це патологія щитоподібної залози, в особливості гіпотиреоз. Для гіпотиреозу характерно, що він проявляється випадінням волосся по всьому, по всій волосяній частині голови одинаково. Тобто немає якогось определеного участка, де випадає більше, де менше. Також можуть люди відмічати і випадіння брів. Марина Віталіївна, коли до вас приходить пацієнт чи пацієнтка з проблемою випадіння волосся, клінічна картина того, яку ви вже бачите візуально, що це ендокринне порушення. І тут важливою є співпраця з ендокринним гінекологом. Звісно, трихолог не може самостійно лічити проблему волос, если видит, что есть гормональные нарушения, то тут только совместно с гинекологом, гинекологом-эндокринологом, просто эндокринологом. Очень часто при посещении пациента, вот когда мы первый раз его видим, он заходит, уже сразу можно определить с виду, поставить диагноз. Какие это типы выпадения волосся, да, так? Это имеете на увазе? Есть определенный внешний вид, скажем так, облысение и выпадение волос. То есть легче всего, конечно, определить, когда заходит пациент, это с андрогенной алопецией. Что женщина, что мужчина. Потому что поредение волос наступает в определенной части. То есть это гормонзависимая область, теменная. И часто сами пациенты начинают говорить, я вижу поредение, и показывают область какая. То есть, если пациент поднимает руку и показывает эту область, уже даже можно дальше особо его не то что не расспрашивать, понятно, мы собираем анамнез, смотрим, но уже видим, что в какую сторону мы дальше будем углубляться. Вот. Тоже очень часто можно определить, поставить диагноз, как говорится, в дверях, когда пациент заходит, при таких вот состояниях, как гипотиреоз. Да? То есть есть определенные клинические симптомы внешнего вида пациента, да? Когда вот он заходит, он уже заходит с плохим настроением, он чуть пастозный, по внешнему виду лица можно это определить. И тонкий волос, редкий волос по всей поверхности, как Виктория Ярославна сказала, по всей поверхности волосистой части головы. Тоже, то есть, когда ты видишь облик пациента, вот первый, ты еще не знаешь ничего, пациент сел, врач всегда бросает первый, да, делает визуализацию, называется, визуализацию пациента. И уже мы дальше можем идти в каком-то направлении. Понятно, что анамнез мы собираем
по всім критеріям, ну, вже углубляємося, коли бачимо. Ну, і, звісно, основною, скажімо, для постановки діагнозу являється це відеоскопія волосистої частини голови, коли я навіть буває пацієнту говорю, що я знаю, що я зараз увижу, але я вам зараз це покажу. Тобто преандрогенна алопеція – це одно. Ми бачимо мініатюризацію волосяних луковиць, ми бачимо анізотрахію, це коли волосяні фолікули, коли в нормі вони повинні рости пучками нормального цвіту, одного одинакового діаметра. Тут ми бачимо, що один тонкий, другий світлий, третій взагалі пушковий. Тобто ось такі змінення. Змінення плотності волос в определеній частині, тобто гормон-зависимая область, або це диффузно по всій волосистій частині голови. Ну і, звісно, одне з таких, що одразу бросається в очі, це очагова алопеція, яка непосередньо залежить від гормональних нарушень. Вот, то есть определенный, надо точно ставить диагноз, только в таком случае можно как-то помочь пациенту. Марина Витальевна, якою є динаміка співпраці з ендокринним гінекологом, якщо потрібно пацієнта комплексно обстежити і лікувати? А ви берете на себе роль лікаря-трихолога, а ендокринний гінеколог лікує ту патологію, яка є супутньою, скажімо так? Значит, тут такой план лечения, обследования лечения. Если я вижу, допустим, пришла женщина, я ставлю предварительный диагноз андрогенная алопеция. То есть есть вид наследственный андрогенная алопеция и приобретенная. То есть наследственно то, что я говорила, передается от, не обязательно от родителей, это может второе, третье поколение быть. Повышенная чувствительность рецепторов волосяных фолликулов. Есть такой 5-альфа-редуктаза, которая, скажем, преобразует мужской половой гормон, который воздействует на луковицу. И это передается по наследству. То есть уровень мужских половых гормонов может быть нормальным, уровень эстрогенов женских половых гормонов нормально, а проблема есть. И видим уже выраженную проблему. Диагностически мы уже ставим андрогенную алопецию. Какая? Вот тут надо определить, это приобретенная или это наследственная форма. Для этого я уже имею право назначить определенный вид, пакет исследований. Это мужские половые гормоны, женские половые гормоны. Дальше пациент ко мне возвращается, я смотрю эти анализы. Если я вижу, что там есть хоть какие-то нарушения, все, дальше я туда не лезу. Направляется пациент к Виктории Ярославовне, которая или более расширенное исследование будет делать, да, потому что это все-таки ее дальше сфера лечения. Ну и в дальнейшем назначается внутреннее лечение для стабилизации, нормализации гормонального фона. Потому что если мы этот фактор не определим и не нормализуем, то все мое лечение, оно приведет к какому-то результату, но оно будет нестабильное. Это будет короткотривалый результат. Да, да, так. Да, конечно. И вот только вот если это приобретенное, в данном случае, о чем я говорю, андрогенная алопеция, то только совместно с гинекологом-эндокринологом мы можем решить эту проблему со стабильным результатом. Довготривалим, что да, дуже важливо. Да. Виктория Ярославовна, чи можете зробити акцент на тому, що ендокринні порушення якраз є одним з факторів випадіння волосся, і тут потрібно проблему взагалі вирішувати і лікувати випадіння волосся не тільки місцево, а перш за все заглиблюючись в ту патологію, яка є головною? Звичайно, в залежності від того, що призвело до випадіння волосся, вирішується питання. Якщо ж це іменно підвищення чоловічих гормонів, вони впливають як на стан шкіри, так, так на стан волосяних фолікулів. Якщо їх не знизити вчасно до того рівня, якому вони повинні бути в організмі людини, подальшому лікування просто-напросто буде зводитись на нівець, тому що фактор свій вони будуть давати, і як місцеве лікування, воно буде дійсно, як казала Марина Віталіївна, нетривким. Якщо ж це стан щитоподібної залози, звичайно, що потрібно врегульовувати гормони щитоподібної залози. І тоді ми будемо бачити дійсно, що тому що при гіпотиреозі, значить, волосяний фолікул, те, який є, він відмирає, а з нового волосяного фолікула волосинка вже не виростає під цим впливом, так, під цими гормонами, які у нас недостатність, так правильно сказати. І якщо брати гіпоестрогенні стани, тут потрібно давати зазвичай замісну гормональну терапію, тому що якщо це гіпоестрогенія, і вона
у нас або вже зроблена штучно, або це природня менопауза, і організм не буде виробляти ті естрогени, які повинні бути в достатній кількості. Їх потрібно чимось заміщати. Це замісна гормональна терапія. І тут варто зробити акцент, в першу чергу, для жінок. Чоловіки якісь менш залежні від цієї проблеми. Дуже часто жінки вишуковують дороговартісні шампуні, креми, бальзами, маски, викидають шалену силу грошей. Результату ніякого немає. Потрібно звернутись до фахівця, так? Сьогодні ми представляємо тих фахівців, які розуміються на темі випадіння волосся. Якщо ви дивитесь цю телепрограму, не перемикайте, далі буде ще цікавіше. Марина Віталіївна, скажіть, будь ласка, андрогенна алопеція – це те, що сьогодні на слуху в більшості тих, хто має проблему випадіння волосся. Благо, його вилишність інтернет робить свою справу. Чи вміють ним послуговуватись пацієнти – це інше питання. Отож, у чоловіків і у жінок, власне, що це таке і чи можна з цим боротися? Значить, андрогенная алопеция, она, как вы уже сказали, есть и у женщин, и у мужчин. Конечно, у мужчин процент постановки диагноза андрогенной алопеции намного выше, чем у женщин. Но если мы берем женщин, то это приблизительно около 40%, которые имеют этот диагноз. Из этих 40%, скорее всего, что я так думаю, что процентов 60 – это наследственная форма, для которой, скажем, для развития этой проблемы послужил какой-то фактор. То есть это может быть беременность, это может быть пубертантный период, когда идет половое созревание, и оно пошло пока не в том направлении, в котором необходимо. То так званый гормональный сбиток, да? Да. Потом, опять-таки, есть ли наследственная форма андрогенной алопеции? Это может быть стимулирующий фактор какой угодно, стресс в первую очередь. Да? То есть, что такое стресс? Это выработка адреналина надпочечниками, гормон страха, стресса, который спазмирует, сужает сосуды. В данном случае, ну, я не буду расписывать механизм воздействия адреналина на организм, но вот если возьмем волосяную луковицу, спазмируется капиллярная сеть, которая окутывает луковицу, и луковица переходит в стадию выпадения. Она очень чувствительна к гипоксии, нарушению микроциркуляции, доставки активних веществ. Вона стає така крихка, ламка, досить чутлива, да? Вона, ні, це навіть не впливає на вот, саму луковицю в плані її состояния фізіологічне, як більше впливає на те, що вот є стадія росту волоса, там стадія покою, стадія випадіння. Вот, фактор повлияв, спазм сосудів, нарушення мікроциркуляції, все, вона атрофірується сосочок її питаючий, она переходит в стадию покоя, то есть отрывается, он закрывается, сосочек, все, и луковица и волос начинают выпадать. Вот с момента действия агрессивного фактора, да, триггерного фактора, который запускает этот процесс, волос может, пациент может начать наблюдать выпадение только через 2-3 месяца. Почему? Потому что луковица продвигается по волосяному влагалищу 2-3 месяца. Воздействовал какой-то агент, пациент уже забыл о нем. То есть был стрессовый фактор. Он уже забыл, уже все хорошо. Вот тут раз он приходит, говорит, у меня начало выпадение волос такое сильное, я не знаю, с чем я связываю. Когда начинаешь собирать анамнез, задаешь вопрос, а было ли у вас за 2-3 месяца до момента выпадения какой-то стресс? Сильный стресс. Он говорит, да, был, но почему 2-3 месяца? Фізіологічно об'яснимо це все. Найчастіше питання, напевно, яке ставлять чоловіки і жінки, які ще частіше до цього вдаються, лікарю, чи це лікується? Да, конечно. Это когда, допустим, пациента, ну, вначале опрашиваешь, потом начинаем делать микровидеодиагностику, и картинка большая висит на экране, разбитая по частям в разных зонах, и пациент это видит, у кого более выраженная проблема, конечно, появляется страх в глазах и говорит, доктор, это лечится? Ну, в принципе, лечится все. Да? То есть и будем дальше говорить о технологии, когда уже буквально там год назад я говорила, извините, я вам помочь ничем не могу.
Да, то сегодня вы изменила точку зору. Да. Да. То есть и сейчас это уже тоже можно решить эту проблему. Только насколько пациент хочет достичь результата, результат всегда есть. То есть если пациент будет следовать определенным рекомендациям, я очень часто по-разному говорю с мужчинами и женщинами, потому что для женщины в любом случае я говорю, что вам надо стремиться, надо... От вас зависит... Дисципліна, так? Да, это, скажем так, очень нудно, очень ежедневно, надо что-то делать, там, приходить в клинику. Но для женщины это фактор социальный. Безумно. Вот. С мужчинами я по-другому говорю. То есть, если мужчина как бы пришел, я вижу, что это его, на него это психологически влияет, он пришел с женой. Раз пришел с женой, значит, жена хочет, чтобы у мужа были волосы, да? Тогда я говорю, ну вот давайте будем идти, это не месяц, не два, это полгода, год. Ну, если пришел мужчина, ну вот посмотрите там, как у меня состояние волос. Вот с такими мужчинами я говорю, вы знаете, вы подумайте, или вы будете заниматься этим лечением. То, что, возможно, вы подстрижетесь коротко, что сейчас очень модно, вот, и вы не будете этой проблемой заниматься, потому что это очень долго. Это надо понимать, что вы встаете, вы там втираете, потом опять вы ложитесь, вы втираете, там раз в две недели вы приходите ко мне, там еще, и на протяжении года. Будете ли вы это делать? Ну, есть категория мужчин, которые говорят, ну, спасибо, я послушала, я пойду сделаю другую прическу. Но, конечно, те мужчины, которые уже пришли к трихологу, они уже настроены на то, что они будут проводить лечение. И матимуть результат. Да, да. Головне в цій справі дисципліна і налаштування на те, що це не короткотривалого періоду, да. Власне, робота над своїм волоссям. Гіпоестрогенія. Вікторія Ярославівна, розтлумачте нашим глядачам, що це, власне, за проблема і наскільки вона взаємопов'язана із загальним станом волосся. Можна сказати з того, що естрогени являються, так сказати, гормоном краси, молодості, здоров'я, шкіри, волосся і взагалі гарного стану самопочуття жінки. Коли в неї вдоста естрогенів, жінка себе відчуває красивою, молодою, жаданою. Сяйво шкіри, гарний стан волосся, так, так. Міцні нігті і таке інше, так? Коли ж з'являється гіпоестрогенія, вона може бути штучна, то есть в зв'язку з тими чи іншими причинами в жінки видаляються яєчники, і естрогени вже, звичайно, не виробляються. Це може бути передчасне виснаження яєчників, тоді, коли яєчники, ну, це більше генетично закладено так, що яєчники вже не мають того запасу своїх ресурсів, і в молодому віці жінка залишається ніби в природній менопаузі, але для її віку вона являється надто зарано. І коли це вже йде природня менопауза, звичайно, після 45 років жіночий організм має право на те, що він перелаштовується на природню менопаузу. Кожен організм реагує на це по-своєму. Коли це штучна менопауза, неприродня, рівень естрогенів швидко знижується. І коли він досягає практично нуля, жінка починає дуже швидко втрачати волосся. І це іменно йде тім'яна зона, по типу шапочки такої круглої. І стан шкіри, звичайно, в неї погіршується. З'являється багато морщинок, тургор, еластичність, все в неї втрачається. Коли це йде більше наближена до природньої менопаузи, рівень естрогенів знижується поступово. Тоді жінкам не так відчутно це, але все ж таки випадіння волосся у них присутнє. Хай не так різко, але воно все ж таки йде. Тому дуже важливо відновлювати естрогенний фон, щоб він відповідав тому віку, який має природню жінка. І звичайно, що робота, допомога лікаря-трихолога також важлива, тому що поки починає жінка приймати препарат, поки рівень естрогенів відновлюється, це приходить тривалий час, а волосяні фолікули все ж таки вони страждають. Марина Віталіївна, чи залежно від проблеми, як то гіпоестрогенія або ж ендокринне порушення, ви персоніфікуєте метод лікування випадіння волосся? Звісно. В даному випадку, якщо ми говоримо о гіпоестрогенії, то все одно, якщо фізіологічно посмотреть, що таке гіпоестрогенія і гіперандрогенія. Так. Правильно? Я вже підтримки ще Вікторії Ярославовні. То есть все равно это приблизительно одинаковое воздействие тестостерона или других мужских половых гормонов на
луковицу. То есть если гиперандрогения, это повышенные мужские половые гормоны, которые влияют на луковицы. Если же это гипоэстрогения, это гормон, отвечающий за рост волос у женщины, которые что волосы красивые, длинный, быстрый рост, состояние как кожи, так и волос. Если падает уровень эстрогенов, то, соответственно, идет преобладание мужских половых гормонов. Правильно я говорю? То есть, исходя из двух разных патологий, проблемы мы имеем одинаковую, андрогенную алопецию. Что там, разные, вроде бы разные заболевания, разные причины, приводящие к этому заболеванию, но у трихолога мы видим одну проблему – андрогенная алопеция. Ну, уже приобретенная андрогенная алопеция. Соответственно, конечно, локальное лечение местное, которое, если пришла женщина, ну, мы говорим о женщине, да, потому что если искусственно созданная гипоэстрогения, то это мужчина никак не может быть, это женщина. Если женщина пришла к трихологу, то есть ее в данный момент волнует выпадение волос или уже облысение по андрогенному типу. Локально местную терапию все равно я назначаю такую же, как я бы назначила просто при андрогенной или там наследственной форме или приобретенной. Но в данном случае только совместно с гинекологом-эндокринологом мы можем эту решить проблему, потому что если нет женских гормонов, ну никак мы не получим стабильного результата. Получим на какой-то период, пока будет, скажем так, допинг для луковиц. Только мы прекратили это все, прекратился эффект, какой-то период он еще будет продолжаться, потом он все равно закончится. Поэтому местное лечение, что при приобретенной, что при наследственной форме, все равно оно в принципе одинаково. Только с коррекцией лечения гинеколога-эндокринолога или только трихологическое лечение. Оце місцеве лікування. Тут пацієнту теж треба налаштуватися, що це довготривалий процес, це не одноразова процедура. І тут чекати якогось ефекту не доводиться зразу ж після того, коли лікар призначив на перший погляд дуже ефективну терапію, і пацієнт очікує, що в нього такий буде густе волосся, прямо як в рекламі. Коли б треба чекати першого результату вже? Чи всіх це по-різному? В будь-якому випадку я говорю, що навіть якщо там комплексное лечение, даже если вы много и вовнутрь, и снаружи, и процедуры, и то, и то, и то, все равно физиология есть физиология. То, что я говорила, что волос, луковица, перешедшая в стадию выпадения, она будет выпадать 2-3 месяца, ну никуда мы от этого не денемся. Безумно. То есть я определяю, настраиваю людей, что вы делаете терапию, но вы первый месяц не заглядываете и не считаете количество выпавших волос, потому что потом я прошу, чтобы они это делали для наблюдения динамики. Почему? Потому что все равно волосы, перешедшие в стадию выпадения, они все равно довыпадают. Наша задача на момент обращения пациента – это удержать ее в стадии роста. Вот, поэтому… Но результат, ну бывает такое, что назначила лечение, сделали первую процедуру, приходит через две недели, говорит, вы счастливая, доктор, у меня уже ни одного волоса не выпадает. Я говорю, это очень хорошо, но они все равно будут выпадать. Все равно будут, все равно наступит момент, что то есть, что-то простимулировало, что они укрепились, но они все равно должны выпасть. И не бойтесь расчесываться, потому что при расчесывании волос больше не выпадет, больше, чем им надо. А какой-то там массаж, прочесывание, это все равно хорошо. Марина Витальевна, в норме сколько, скажем так, волосин має випасти для того, аби жінку не насторожити. І коли вона бачить оце при митті голови, то в деяких це реально стрес. Ну, считається, що норма за сутки – це 90 волос. За добу 90 волосин. Да. Має право. Очень тяжело посчитати именно за сутки, да? Потому что там, ну, где-то ти ходиш, падают. Можна посчитати реально там при митті там волос или при сушці, що я потом прошу делать.
Конечно, когда приходит и говорит, у меня страшное выпадение волос. Я говорю, ну сколько вы пробовали? Да, пробовала 30 волос при мытье. Ну, это, скажем так, это больше психологический фактор, что в какой-то период этой женщины там, или у мужчин волосы были в стадии роста. То есть это 2-3 года не выпадали, активно не выпадали. А потом вот как бы совпало, что физиология, то есть жизненный цикл фолликула, он закончился, и он стал выпадать. И это физиологическое выпадение волос. Конечно же, если приходит пациентка и говорит, знаете, я посчитала, у меня при мытье волос, при мытье 300 волос выпавших. Ну, конечно, это уже надо кричать караул, это надо бежать, вот, потому что поредение достаточно быстро наступает вот при таком количестве выпадения волос. Но бывает такое, что, конечно, волосы выпадают, ставишь камеру, смотришь, там идет рост нормальных волос, то есть организм пытается справиться с этим всем. Вот, ну, конечно, тяжело вот женщине настроить ее на то, что не считайте, не смотрите. Вот этот замкнутый круг, что у нее какой-то фактор привел к выпадению волос. Потом она смотрит на выпавшие волосы, у нее стресс, спазм сосудов, это замкнутый круг. И вот он вот так вот крутится, крутится, мы его должны разорвать. То есть тут надо еще при разговоре с пациенткой, надо на нее психологически воздействовать. Настроить вам ее, те пациенты, да, которые доверяют врачу, они получают результат. Те, которые же изначально приходят и начинают, ну, там, я там все перепробовал, послушал, так, ну, этого пациента видно, правда, когда вот ты к нему пытаешься, он так сидит с таким недоверием, я сразу говорю, вы не получите результаты, потому что вы мне не доверяете. Вот, ну, в основном это бывают единицы. Основная масса, скажем, 95% пациентов, которые пришли ко мне, они делают лечение, они получают результат. Они в любом случае получат результат, в любом, если они будут. То есть у кого-то быстрее, у кого-то медленнее. Это касается любого заболевания, не только трихологического. Так природа запрограмувала людину, що стан шкіри, волосся, більшість фактів здоров'я тих чи інших органів – це те, що нам в спадок перейшло від наших батьків, бабусів, дідусів. Але сьогодні ту чи іншу проблему можна вирішити на найвищому рівні, благо медицина не стоїть на місці, технології новітні, світові, я б сказала, технології в плані лікування волосся. Марина Віталіївна, хотілося б зупинитися на цьому. Ви сьогодні співпрацюєте з однією з провідних клінік, так? І це та клініка Стамбулу, яка має вже світове, скажімо, ім'я, великий імідж, велику довіру пацієнтів. Отож, про це. Що пропонують і що ця співпраця принесе тим, хто з Вінниці може себе запрограмувати на успіх в лікуванні волосся? Да, я чуть-чуть розкажу. Ми почали співпрацю з крупнішою клінікою, знаходящейся в Турції, в Стамбулі. Клініка має назву «Стабурт». Занимается она уже 15 лет пересадкой волос, то есть это очень большой опыт именно в пересадке, потому что трихология, она это не настолько давняя, скажем, отрасль дерматологии. То есть если я была одной из первых трихологов на Украине, это было 15 лет назад. То есть тогда еще трихология на Украине она вообще была не развита. Я получала образование еще в Санкт-Петербурге. Вот. А эта клиника уже 15 лет как пересаживает волосы. То есть у них достаточно высокий уровень обслуживания. Ну, в первую очередь, конечно, технологии. Потом высокий уровень обслуживания. Клиника насчитывает до 500 человек персонала. Ну, это клиника, их 4 клиники, да, и в каждой клинике занимаются, в одном из филиалов, в каждом филиале занимаются пересадкой волос, но у них еще и другое направление, как пластическая хирургия, которая тоже давно они этим занимаются, очень на высоком уровне. То есть для чего я начала сотрудничество с этой клиникой? Это те случаи, когда приходят ко мне, я говорю, что я вам ничем уже помочь не могу. Есть. Особенно это мужчины. Потому что женщины, они быстрее бегут к врачу, чем мужчины. Ну, пришел мужчина или вследствие того, что ранее это было не развито, они не знали, к кому обратиться. Сейчас как бы все в интернете, все уже знают, что такое трихолог, кому надо идти, какие проблемы. Вот. Допустим, приходит мужчина уже
четвертая, пятая степень облысения по Гамильтону. То есть это практически в центральной части волос нету. А человек хоче мати волос? А хоче мати, да. Есть, то есть при андрогенной алопеции в верхней части волосы выпадают за ушная затылочная область, вот на уровне раковин ушных, она никогда не будет выпадать, потому что это гормон-независимая зона. И вот эта гормон-независимая зона является донорской зоной для пересадки волос. Цим, власне, займається ця клініка Стамбула? Да, то есть они делают самые современные методы пересадки. То есть на сегодняшний, потому что есть несколько методов пересадки, многие уже устарели, это лоскутный метод, когда делают разрез на 10-15 сантиметров, берут лоскут, из него уже добывают вот эти донорские фолликулы. Сейчас уже это как бы отошло назад, потому что это травматичный метод. Это достаточно большой кусок берется, потом образуется рубец. Хорошо, одному повезло, что рубец незаметный, а у другого, если у него склонность к каким-то келоидообразованиям или гипертрофическим рубцам, кто даже об этом не подозревает, он потом будет иметь очень большую проблему. Вот. Клиника Estevord, они занимают, они делают на сегодняшний день самый эффективный метод, самый прогрессивный, называется FOIA, это фолликулярная изоляция. В чем он заключается? Значит, специальным тонким инструментом добывается фолликулярное сообщество, скажем так, называется графт. То есть это... Ну вот если посмотреть микровидеоскопию, когда я пациентам показываю, я говорю, что в норме волосы растут пучками. То есть с одного отверстия 2-3-4 нормальных волоса. Вот когда они уже видоизменяются, это вот есть нарушение. Так вот они берут, делают фолликулярную изоляцию, вот этот пучок волос, графт, они вручную специальным аппаратом они достают. Из донорской зоны в таком порядке, допустим, из 5 одну берут, так что это незаметно визуально. То есть забрали волосы, максимально, что могут, может доктор взять, это до 3000 графтов. Процедура, конечно, делается на очень высоком уровне. Это очень скрупулезная. Ювелирная работа. Да, делается 4-5 часов. Это целая группа задействована вот в этой манипуляции. Пациенту абсолютно, вот я была у них, в одной клинике, у них 12 операционных, они все заняты. То есть я была на первом этапе, когда доктор вначале открывает вот эти, берет, делает заборку вот этих донорских фолликулов. Следующий этап, это сидит уже средний медработник, и он отделяет каждый вот этот вот графт, выкладывает его для дальнейшей трансплантации. Потом опять третий этап, уже заходит доктор, он открывает в проблемной зоне, и уже следующее, вот каждую, в каждое открытое отверстие пересаживается волос. Это малоинвазивная процедура, Марина? Малоинвазивно, то есть пациент сразу встал и пошел. И я вам хочу сказать, что я была шокирована вообще количеством людей, которые делают мужчин, потому что женщин не видно, они все равно накрываются, или шляпки одевают, или платки как-то так, потому что волос коротко стрижется. Вот. А мужчин, они просто толпами ходят. Вот если идешь по центральной улице Стамбула, я вначале не могла понять, я вижу, что ну, у них специальная такая повязочка, Estevord, то есть, о, думаю, это с нашей клиники, тут раз, с нашей клиники, тут толпа пошла с нашей клиники, очень большое количество мужчин делают пересадку волос. То це свідчення того, що сьогодні, на жаль, проблемою випадіння волосся страждають люди, так? Да, і іменно соціальний фактор, мужчини хочуть бачити ну, себе красивими. Тобто один вважає, понятно, що це не для всіх. Один вважає, що мені красиво і так. Я маю там, є мужчини, які мають волосся, вони бріються. У мене є такі знайомі. Ну, у кого какое понимание? У многих мужчин, как бы, они хотят и прическу сделать, и укладку. Особенно, наверное, это для восточных мужчин является приоритетом.
Вот, но я не ожидала просто такое количество мужчин, которые делают. И что я хочу сказать, немаловажный фактор. То есть то, что это передовые технологии, это малоинвазивно. Это, то есть пациент сделал операцию, пересадку, но она, даже нельзя сказать операции. Он лежит, смотрит телевизор, ему там что-то копается, под местной анестезией. Можно назвать это так звана офисная хирургия? Можно, да? Потому что как я их вот почему я видела, что они после трансплантации, они на следующий день, они бы и в этот день могут идти гулять. Но как бы после такой длительной процедуры, я думаю, что они отдыхают. А на следующий день они все, они уже гуляют там, они приходят в клинику и моют голову, показывают и отправляют домой. Причем клиника обеспечивает трансфер. 3 дня проживания в гостинице, гостиницы очень хорошие, трансфер, перемещение по городу и обратно в аэропорт. То есть, если пациент хочет получить эту процедуру, он только берет билет туда-обратно, ну и платит за пересадку. По стоимости в 2-2,5 раза меньше, чем в странах СНГ. Что в Украине, что в России, что в других странах. Это немаловажный фактор, потому что... Ну, скажем так, я искала варианты других сотрудничеств, очень дорого. То есть для нашего украинского потребителя дорого. Цены, которые в этой клинике, они очень приемлемые. В принципе, кто может, кто задается этой целью, он может собрать эти деньги без проблем. Марина Віталіївна, ще один немаловажливий факт того, наскільки довго тривала в часі така процедура. Чи можна проблему випадіння волосся саме такою технологією вирішити раз і назавжди, або ж на десятиліття? Я вам хочу сказати, що взагалі в медицині ніколи не можна сказати, що я вам гарантую. Почему? Потому что, ну, в данном случае, если мы говорим о волосах, выпадение волос может быть от всего что угодно. Высокая температура, стресс, смена климатических условий, питание от всего чего угодно может простимулировать. Но в данном случае, если мы берем андрогенную аллопецию, мы решаем проблему замены гормон-зависимых луковиц на гормон независимых. То есть мы убираем фактор воздействия гормонов на луковиц или вот этот наследственный фактор повышенной восприимчивости к нормальному уровню мужских половых гормонов. То есть мы эту проблему решили. А то, что как бы, ну, жизнь есть жизнь, то есть тут никто не может дать гарантию пожизненную, что никогда... Да. Если бы оно не зависело от других факторов, то да. Но вот... интересная динамика, как вначале идет пересадка. На 10-й день, то есть пациенту пересаживают так, как он хочет, как ему рисуют вначале, как волосы должны расти, так пересаживают. На 10-й день полностью уже отходят корочки, ничего не видно. К 3-му месяцу волосы начинают выпадать. Почему? Потому что как бы, во время манипуляции, конечно, они переходят в шок. Да? Они выпадают, но вот этот графт, он себе содержит там тысячи еще вот этих фолликулов, которые дают рост, нормальный нового рост волос. Да. То есть к 3-му месяцу они выпадают, и нормальный, вот чтобы оценить ситуацию, это через год. Через здорово год, конечно, очень шикарные результаты, вот предоставлены видеоматериалы, фотоматериалы. Через 10 дней, 3 месяца и через год. Конечно, вообще даже меняется лицо человека, когда вот он делает пересадку волос. Еще один очень интересный метод, который больше я так под своих пациентов больше интересен для женщин. Значит, эта клиника имеет единственное на территории, ну, Стамбула, на Украине у нас вообще такое не делается. На территории Турции эта клиника имеет право делать прививку для роста волос. Что это за прививка? Она была изобретена в Америке, получила самую высокую оценку безопасности FDA.
Вот, значит, она разводится на ПРП-плазме, то, что мы используем для лечения вообще выпадения волос и остановки выпадения, стимуляции волос, и делается раз в 10 лет, однократно. То есть там, в этой прививке, есть внеклеточный матрикс, который вызывает клонирование волосяных фолликул. То есть это, конечно, больше, ну, делается это и мужчинам, но я считаю, что вот как для моих пациентов это больше для женщин подходит, потому что те, которые, ну, еще не готовы на пересадку волос, да, это все-таки для женщин, ну, вот как-то морально стресс, более... Да. Проблемы, скажем, да, да, да. Вот для них подойдет вот эта вот прививка, которая делается, и опять-таки результат через 3 месяца, и максимальный через год, и она больше в течение 10 лет не делается. Очень интересный метод. Это такой эксклюзивный метод, такой владеет клиника, да, да. Так? Так что методов сейчас очень много, то есть помочь мы можем всем. Дякую вам, шановні лікарі, за те, що сьогодні прийшли на телепроекти і, власне, розвіяли ті міфи, що якщо волосся випадає, то, на жаль, його вже не повернеш. Про новітні технології в лікуванні випадіння волосся, про ендокринні порушення, які, звісно ж, впливають на стан волосся, говорили ми сьогодні. Експертами програми, нагадаю, була лікар-дерматовенеролог, трихолог, головний лікар медичного центру МЕДА Марина Вітальна Єрохіна та ендокринний гінеколог Вікторія Ярославівна Саган. Маєте проблему випадіння волосся? Сьогодні, подивившись наш телепроект, ви вже знаєте, як її вирішити. Нехай щастить, будьте здорові!